126-я, одна из лидеров системы образования края и его столицы, подчеркнул губернатор. Ее учащиеся и педагоги тоже станут свидетелями зарождения новых традиций. Теперь каждый понедельник во всех школах России и в этой в частности занятия будут начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и звучания российского гимна. А еще будет разговор о важном. Урок, где школьники узнают о героях Родины, исторических датах и государственных символов. По словам губернатора, система образования региона справляется с той ответственностью, которую на нее возлагают. И я уверен, что тот высокий уровень, который показывают наши ученики, наши выпускники, он будет поддержан и в этом году. Я хочу сказать про то, что прошедший год был весьма успешным для всей системы образования Алтайского края. Наши ребята участвовали в многочисленных олимпиадах, были и призерами, были и победителями. Выпускники успешно сдавали выпускные экзамены. Я учиться буду классно, пусть гордится вся страна. Губернатор пожелал учащимся старших классов обязательно достигать поставленные цели, а самым юным привыкнуть к учебной нагрузке и школьной дисциплине. Уже завтра в школах начнутся занятия. А сегодня был просто праздник, которому способствовала по-настоящему летняя погода. Дмитрий Дроздов, «День с толком».